Бедность не порог, а призыв к действию. В обнародованном сегодня рейтинге регионов по уровню доходов населения Чувашская республика заняла 73 место. Методика проведения исследований вызывает немало нареканий. Однако и эти данные могут быть полезными при принятии решений. Еще беднее живут в Крыму, Мариэл, на Алтае, в Ингушетии. Самым обеспеченным оказался Ямало-Ненецкий автономный округ. Москва только третья.